Алексей, вот я подумала, мы весь вечер сегодня награждаем на этой сцене только мужчин. Неужели в парусном спорте совсем нет женщин? Они есть, но их очень мало, очень. Номинация «Яхтсменка года». Номинация «Яхтсменка года». В номинации представлены Елена Калинина, Санкт-Петербург. Екатерина Скудина, Москва. Светлана Шнитко, Нижневартовск. Для объявления победительницы мы приглашаем на сцену руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексея Олеговича Воробьева. Друзья, мне как руководителю московского спорта вдвойне приятно сказать, что победителем стала заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы Екатерина Скудина, москвичка! Обеспечила самый большой провал британской разведки на Олимпиаде в Лондоне, друзья. Заняла 4-е место, как мы болели за нее. Боже мой, кто-то даже осип, охрип. Катюша, поднимайся на сцену. В финале женского матч-рейса, в полуфинале, вернее, полуфинал она, конечно же, проиграла, но выиграла прекрасный четвертьфинал у англичан. Катя. Ваши аплодисменты! Четвертый раз, слушай, ну четвертый раз ты выходишь на эту сцену. Давай уже, что-нибудь нам рассказывай. Спасибо большое. Конечно, радостно и одновременно грустно стоять сегодня на этой сцене. Радостно по понятным причинам. Грустно, наверное, потому что олимпийский год – это год подведения итогов. Я думаю, что итог этой олимпийской кампании, в общем-то, известен всем. Сложно судить, удача это ли поражение, но одно можно сказать наверняка. Это был путь длиной в 20 лет. Это путь, который приходилось идти практически вслепую, строить его с нуля. Конечно, не было примеров, которым можно было подражать. Приходилось решать какие-то проблемы, какие-то сложности, решать очень разноплановые задачи, убеждать спонсоров и государства в том, что эта медаль возможна. Нам даже практически удалось убедить Московский департамент физической культуры и спорта в том, что у нас есть серьезные намерения, правда, Алексей Олегович? Тем не менее, в общем-то, цель была поставлена, и нужно было идти вперед, не оглядываясь, часто принимать какие-то жесткие решения. Я могу сказать, что олимпийский мировой яхтинг ушел очень далеко вперед. Нам нужно наверстывать упущенное. Наверстывать те знания, умения, те технологии и, конечно, прокладывать свой новый путь к олимпийским медалям. В общем-то, учитывая, конечно, современные реалии. Я надеюсь, что этот опыт поможет молодым российским яхтсменам на их олимпийском пути. А мне хотелось бы сказать несколько слов благодарности тем людям, которые помогли состояться моей олимпийской истории. И, конечно, я хочу начать с своего первого тренера Хорошилова Игоря Владимировича. Именно он когда-то зажег эту олимпийскую звезду. Фомин Алексей Евгеньевич, благодаря ему, его любви к парусу, его видению, состоялось некое начало моей олимпийской карьеры. Я хочу поблагодарить Сенаторова Василия Юрьевича. Этот человек поверил в этот проект, поддержал в самый трудный, переломный период. Я хочу сказать большое спасибо моим друзьям. Андрею Баканову, Леониду Алдухову, Анатолию Карачинскому. Без их поддержки на последнем этапе, прежде всего, конечно, моральной,
невозможно было бы пройти этот путь до конца. Я хочу сказать большое спасибо моему экипажу. Я надеюсь, девочки сейчас меня слышат. Той команде специалистов и менеджеров, которые вложили колоссальный труд в этот олимпийский проект. Конечно, напоследок хотелось бы сказать большое спасибо министру спорта Российской Федерации Виталию Леонтьевичу Мутко. Его личная поддержка и внимание, в общем-то, это то, что сложно переоценить в последний олимпийский год. Завершая, в общем-то, хочется сказать, что я искренне верю в то, что медали в российском парусном спорте возможны. Нам нужно всем верить. Нужно оказывать посильную, организационную, любую другую поддержку. И только объединив усилия, мы сможем получить эту долгожданную медаль. Я в нее верю. Спасибо, Катя. Ваши аплодисменты, яхтсменка года. Четвертый раз подряд. Нет равных Екатерине. Дорогие друзья, разрешите мне вручить специальный кубок. Спасибо огромное. Проходите в зал. Спасибо. Спасибо, наши поздравления.